солнышко светит. Уже не тепло. Ну, еще тепло. Еще не холодная осень. Всем привет, ребята. Мы сегодня приехали в наш любимый дворец в Рогалине. Дворец Рачинских. Это одно из любимых мест, куда хочется всегда возвращаться. И вот мы осенью этой еще здесь не были. Но здесь очень-очень красиво в каждое время года. Когда осень золотая, все в золотых красках. Здесь очень-очень красиво, уютно. Знаете, здесь то место, где, наверное, можно было бы писать картины и стихи про любовь и про счастье. Людей сегодня много. Сегодня уже похолодало. Уже приходится немножко утепляться. Но солнышко светит, поэтому прелесть. Мы сегодня с друзьями. Сейчас с вами покажем немножко. Тут дубы. Тут вековые, ага, по 800 лет. Да, дуб русский. Да. Вот он, красивенный. Видишь, мы все время говорили, замок, это не замок, это дворец. Да? Ну да, вообще картинка. Там скорее не только для Леры, там и для папы. Маша будет с Лерой. Маша не знает. На ручку ты брала? Да? Ручка есть, да. Маша, ты не знаешь, что такое? Нет, Маша в том-то и дело, что Маша не может подсказывать. Вы должны сами смотреть и догадаться, где найти это место. А как его держать? Так читать? Или посчитать? А, о! Карта поезда. А, капсулы. Капсулы. Или папсулы. Будьте внимательны, мы вас верим. Давай. Дай. Лера. Отдай. Вот так держать. Написано, капсула в дупле. Ну, по дупле это понятно. Там три стола перед ней, там есть такие. Вы теперь должны понять, куда нам сейчас поворачивать. Ну, нам сейчас идти вперед. Нет, ну вот мы вперед прошли немного, и нам надо туда поворачивать. Мы еще даже до замка. Думай, Женя, думай. Мы до замка еще не дошли. До замка. Чтоб поворачивать. Вы там, Вань, маленькие подсказки делаете все равно. Это дворик такой здесь идет. Картинная галерея. Видите тоже, как кто в куртке одет, кто в футболке. Кому жарко, кому холодно, кто в шапке, кто в капюшоне. На солнышке, так я же говорю, на солнышке плюс 20, в тени плюс 15. Вот это такой маленький, маленькая арочка, такой туннельчик. Я здесь еще люблю быть очень весной. Здесь все цветет сиренью. Здесь все сиренью. Ты хочешь поздороваться со зрителями? Скажи. Я говорю, здесь весной очень красиво, когда цветет сирень. А ты видишь, что здесь теплее намного, чем теплее, чем в городе. Да. Смотрите, какие прям. А вот отсюда, как, прям как шапками все эти деревья. Это шиповник. Да. Это шиповник. Он какой-то такой большой. Это шиповник. Может быть. Зрители, скажите моему мужу, что это шиповник. Шиповник, дикая роза. Вот это сирень. Ох, люблю быть в этих местах. Осенние, ребята, октябрьские, вам большой привет. Привет.
гуляем сегодня. Погодка хорошая. Солнышко. Осень золотая. Красота. Я люблю это место. Наша вся семья любит это место. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Все времена года мы всегда здесь бываем. Красиво. Вот с этой стороны тоже, как говорится, задний двор этого дворца Рощинских. Это такая, смотрите, парковая зона со статуями, с лавочками, где можно отдохнуть. Вот эти вот, ну, эти стриженные шапки деревьев. Просто красота. Спасибо этим садовникам, которые ухаживают, поддерживают в такой красоте художественной. Вот этот вот дворец Рощинских. Уже у меня есть много видео, где мы здесь и зимой бывали, и летом, и весной. Ну а вот видео, как мы здесь осенью, еще нет. Я рассказывала когда-то, да, что, повторюсь, может быть, новые зрители, когда впервые мы сюда попали, наверное, 2 года назад, вот, и мы гуляли, там есть такая речка небольшая или озеро, не знаю, и, в общем, увидели 2 мужчин как-то суетятся возле одного дерева, что-то там достали, в дупле написали, и они ушли, потом говорят: мама, там, наверное, капсула времени. А я еще говорю: Ваня, это, ну, какая капсула времени? Действительно, мы потом пошли к этому дереву, нашли это дупло, место там за корой, открыли там такая капсула, открыли ее, и в этой капсуле, значит, лист бумаги, кто, в какое время здесь бывает, даты. И мы тоже там отметились. И каждый раз, типа, когда мы там бываем, мы там отмечаемся. И теперь мы это задание дали такую, Ваня соорудил карту, чтобы Женя с Лерой нашли эту капсулу времени. Посмотрим, найдут. Уже тоже, видишь, часть уже повысыхала. Ну они же вечно зеленые. Да. Говорю, это же, говорю, мы ни разу не попадали, как их стригут эти деревья. Никогда. Так они, смотри, как красиво получается, такие круглые все. Сейчас пойдем поднимемся на эту возвышенность. Оттуда открывается очень красивый вид. Такой, как я. Да, такой, как ты. Ну да. Мишина какая? На 2 расходится, да? Сейчас поднимемся наверх, оттуда мы ее снимем. Что тебе говорит? Жизнь — это прекрасно. Пойдем наверх, подъедем. Мадам, мадемуазель. Сеньорита. Сеньора. Пани. Пани Рино. Сеньорина. Я слышу, что только пани. Пойдемте дальше разгадывать кроссворды. Не кроссворд, а карту. Карту. Идемте. Мы в правильном направлении движемся. Да? Вань, мы правильно идем? Ты так рисовал. А мы идем в поиски, в поисках дуба. Напротив чего? Лер, этот дуб. Напротив какого дуба? Еще один дуб должен быть. Это не дуб, нет, это уже получается реку, акация, оказывается, а не дуб. Значит, вы стоите очень-очень горячо. Это не дуб, ребята, это акация. Вот она. Холодно.
Вот. Да это нет, место здесь. А где тут дуб? Это не дуб, это акация. Это акация, нет. Так а что в акации? Ну ищи, ищи. У нас заходи нарисовано. Горячо. Вон уже нашли дети. Горячо. 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 Ой, как горячо. А ну, доставай, Лера. Давай. Сейчас обожжетесь. Нашли. Так. А ну-ка. Чтоб Женя видел. Достань. Вещественное доказательство. Не, стоять. Тут не так просто. Карту дай мне. Оно на опаске там было. На опаске, но оно застряло. Кто-то его пытался спать. Подожди, Ванюш, подожди. Как вообще никто не догадался. О, смотри, какая карта. Да я открою. Открывай послание. Молодцы, нашли. Дуб, дуб, это акация. Напротив дуба того сгоревшего. Давай, послание. Сколько там уже? О, там уже добавили бумажечек, смотрите, сколько их там много. Кстати, да? Да, их там была много. Одна, была одна. А сейчас добавили, потому что та закончилась. Даю. Так, смотрим. Вот, 8 ноября 20-го года. Пошли на столено. Эту штуку мы. Мы были раз и вторые, да, как мы пришли, да, после тех людей? Да, мы вторые были. Типа написали, а увидеть, я заметил, как ложат ее уже туда только ложат. Ну, а ты потом прибежал ко мне, говоришь, папа, там дяди что-то спрятали в дерево, пошли посмотрим. Мы, может, пошли посмотреть. Я думал, что там деньги. Давай, 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 проходи. Капсула времени, это же есть просто. Бумажка с записью. Женя, покажи место, где это лежит. Вот. Все, подписчики пришли и нашли. Прикрываем такой дощечкой, да? Парк кусочком коры. Но не в дубе. А в акации. А в акации, да. А в акации. Но напротив горевшего дуба. Ну да. Все, запрятали. Они красивые. О. Молодцы! А мы какие?